Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня распаковка заказа из компании Siberian Wellness. На самом деле здесь даже не один заказ, а целых три получилось, и некогда было записывать распаковку, поэтому я некоторые продукты прям покажу и расскажу, что я о них уже знаю и для чего я их заказала, а про некоторые, ну просто покажу, что они есть. Итак, что я взяла себе, это гинго белоба и байкальский шлемник, защита клеток мозга, очень полезная продукция. Я считаю, что о голове своей нужно думать в первую очередь. То есть два вот таких вот наборчика идут с травками. Не знаю, сколько пить, но на сайте очень удобно, то что все написано, сколько чего. На коробочке, кстати, тоже есть описание. Ну, для меня это, конечно, меленько все. Хочу пропить для мозга и для защиты клеток глаз, потому что зрение, заметила, прям очень сильно падает, что меня совсем не радует. Вот, кстати, зубные пасты. Сейчас я вам сделаю целый экскурс по пастам. Где-то у меня тут еще должна быть вот такая и еще одна. Я просто их все попробовала. Так, это какая? Нет, это вот отсюда. Сейчас, секундочку, найдем эту пасту. Вот. Итак, давайте я вам проведу небольшой экскурс по зубным пастам. Здесь у нас есть земляника, красная глина и кинота и лемонграсс. И одна паста черника и древесный уголь. Как они выглядят? Ну, все приходит в коробочках. Пасты запечатанные, нужно открыть, снять фольгу. Вот здесь вот будет заклеено. Вот эти пасты, они в виде геля. То есть такие прям вот, если вы видите, да, это прям вот черная-черная паста. Чем я буду вытирать потом? Здесь у нас земляника, а это перепутаны коробочки, кинота и лемонграсс. Очень вкусно пахнет, то есть прям такая гель желтенький слегка. И вот эта паста у нас как раз земляничная будет. Угу. То есть у нее цвет такой, знаете, как вот варенье варишь, когда клубнику. Такой красноватенький немножко цвет, ну слегка вот прям оттеночек, не сильно видно, но пахнет вот это очень вкусно. И я перепробовала вот эти три пасты, и что я могу сказать? А да, они мне понравились. Еще я брала себе пасту с облепихой для чувствительных зубов и морской кальций. Нет, не в восторге, прям вот хочу сказать, но вот эти пасты очень понравились, прям прикольные, необычные. Чистота во рту, такое вот приятное. А на самом деле, что еще цепляет, что здесь 99,1% натуральности. Представляете, 99,1%. А вот эта паста, это вообще что-то с чем-то. То есть вот эта черненькая паста, черника и древесный уголь. Ну, во-первых, она приятная во рту, хотя я не ожидала, думаю, фу, наверное, будет какая-то гадость. Во-вторых, она настолько круто снимает зубной налет. Я потом еще в чате, у нас есть чат с отзывами, я стала, ну, листать информацию, смотреть отзывы, и я просто вижу там фотографии, люди снимают до использования и после. Я даже сама увидела, что мои зубы стали белее. Я просто в восторге, потому что у меня вроде бы они белые, но у оснований зубов, прям где к дёснам, там желтизна какая-то неприятная. И тут я смотрю в один день и понимаю, у меня зубы стали белые. Просто приятно улыбаться. Поэтому вот эту пасту прям вот всем рекомендую, она невероятная. Вот, еще раз показываю черную. И одна из моих теперь любимец, я же себе заказала и всех обеспечить, это Corens. Corens 98,3% натуральности. Здесь такой состав обалденный. 100% клеточный сок пихты. Он повышает местный иммунитет, укрепляет и тонизирует десны. Бомба. Экстракт коры дуба снижает кровоточивость десен. И вот эта вот паста, да, из хвои, способствует укреплению десен, освежает дыхание, эффективная профилактика кариеса. Что я вам могу сказать? Во-первых, посмотрите, какая прелесть. Откидная крышечка. Обожаю такой вариант. Да, вот просто тайга. Знаете, смолой пахнет. Вот хвойным лесом. Вот реально пихта. Вот просто пихта. Если вы покупали, вы знаете, у меня как-то девочка приезжала с Карелии. Нет, не с Карелии, откуда же она? С Камчатки. С Камчатки. Маша с Камчатки, Гаян, если будешь смотреть, да, привет. И она рассказала, что вот у них все жуют вот эти вот, ну, как смолу. Вот с таких деревьев, и она говорит, продается в аптеках. Я пошла в аптеку, спросила, действительно продаются такие
Итак, меня прервали. Продолжаем. То есть в аптеке продаются, я не помню, как называется, то есть в виде таблеточек, несколько штучек. Это смола. Ее просто нужно, да, в рот кладешь и, ну, пожевать там потихонечку, чтобы она во рту. И вот эта обалденная вот дезинфекция рта так укрепляет десны, они перестают кровоточить. Шикарный продукт. Ну, конечно, не очень прям приятный. И тут я начинаю чистить зубы этой пастой и говорю: боже, это вот просто это любовь с первого взгляда. Поэтому у меня в другой коробке тоже здесь сразу я взяла такую пасту, тоже родителям хочу. И чтобы одна еще в запасе была, потому что я ей теперь постоянно пользуюсь. Если вот морской кальций и облепиха, они у меня так вот, ну, не в любимчиках точно, то эти вот, вот эти две пасты recommendation, просто супер. Так, дальше поехали. Про пасты рассказала. Что еще? Так, собираю себе для суставов. Сейчас покажу. Где у меня прячется? Так, ладно, будем потихонечку все доставать. А расскажу вот про эти продукты. Вы знаете, да, я маньяк парфюмерный. Я очень люблю все уходовые средства для тела, для лица. И я увидела, что стоит в продаже ваниль и лаванда всего 180 рублей. Вот такой вот крем с натуральным таким классным составом. Думаю, дай-ка я попробую. Беру. Пробую, да, один сразу открыла. И что меня поразило? Так, где-то у меня салфеточку надо взять. Пасты зубные вытереть. Так, сейчас, секунду. Уберу пасты, чтобы нечаянно их на себя не размазать. Так, продолжаем. И открываю этот лосьон ваниль и лаванда. Вы знаете, что мне понравилось? Такая вот масса. Похоже на взбитое масло, то есть такой вот интересный состав, то есть какая-то пышная такая консистенция, маслянистая, кожу напитывает, невероятно приятно. Вот я на все тело после душа нанесла, я два раза уже пользовалась, расход, кстати, очень маленький. Немножко за счет лаванды чуть-чуть рисковатый аромат, а ваниль, она его смягчает, он становится какой-то, знаете, такой гурманский, вот гурманский, очень интересный, супер. Вот один хочу подарить, и флакон такой красивый, необычный. Есть у меня подруга, любительница таких вот экзотических, я бы сказала, неординарных смесей, и я вам могу сказать, прям рекомендую, смело берите, если не пробовали. А, это мусс, да, вот такая вот муссовая консистенция, очень приятная. Что еще мне понравилось? Так, коробочка здесь, а на самом деле продукт уже унесла вниз и пользуюсь. Это у нас универсальный иммунобустер корень. Это бальзам, он безалкогольный. Внутри вот в этой шкатулке лежит маленький флакончик с пипеточкой, то есть все как положено. И вот эту надо половиночку пипеточки под язык, либо развести в водичке и пить для повышения иммунитета. Можно взрослым и детям. На сайте указано, сколько нужно кому, в каких пропорциях. Всегда читайте рекомендации и не пейте просто так, потому что это не во мне игрушки. Так, взяла себе органический кальций. Кстати, что удобно, каждую неделю идут акции. И я некоторые продукты, например, кальция, взяла с большой скидкой. Я цену тоже не запоминаю, но цена очень приятная. Здесь 60 капсул. Вот, мне нравится нюхать. Видите, еще закрытая даже упаковка. Ну, особого такого аромата прям вот нет. Нет, а вот я взяла истоки чистоты. Пью сейчас для очищения межклеточного, внутриклеточного пространства, лимфы. Потрясающий продукт, очень рекомендуется, особенно людям, кто живет в городе, да, в загрязненной местности. Обязательно, да, хотя бы раз в полгода пропивать истоки чистоты. И там такие запахи. Я просто каждую баночку, я вот каждый раз, два раза в день надо пить, я наслаждаюсь ароматом, открутила. А, там три баночки, и их нужно пить по схеме, по определенной, чтобы, ну, чтобы был результат. Целый месяц. Вот месяц пропью, потом буду витаминизироваться. Так, я взяла разных вот таких вот эпамчиков. Про эпамы можно, как бы, там есть целая книга эпамов. Их нужно скачивать и смотреть, кто для чего. Так, помню, что вот этот гинекологический будем с дочкой пить.
Вот этот противовирусный, его нужно держать в каждом доме обязательно. В носик можно капать по капельке, и под язык 7-10 капель детям поменьше. То есть дети маленькие, смотрите дозировку, там прям по одной, по две капельки. Это противовирусное, очень мощное средство. А если вдруг заболели, то вам нужен вот этот ЭПАМ и обязательно 900-й, тоже где-то он у меня должен быть в коробке. А, не вижу. Зато нашла какой-то еще... А, органическое. Железо. Миша заказала. Потому что он, Миша донор, и его не допускают сейчас к сдаче, потому что очень низкий уровень железа. Попробуем, как сработает. Вот сейчас пропьет. И если поедет на сдачу и посмотрит, анализы будут хорошие, я вам обязательно об этом скажу. Кстати, ну ладно, потом понюхаю. Что-то я искала вам показать. Красивенько, вкусненько. А здесь что? Так, это для зрения, защита зрения. Арония и лютеин. Почитайте состав, кстати, для глаз очень полезно. Так, что-то еще не рассказала. А, ЭПАМ тысячный, это неврологический, чтобы быть спокойнее, хорошо спать. Тоже прям несколько капелек. Там взрослым до 10, но каждый ЭПАМ это целая, как говорится, да, целый, да, я не знаю, там целая страница про него читать, очень много полезного, поэтому ЭПАМчики славятся в сибирском здоровье, их рекомендуют, ну, для разных целей. Например, папе я взяла противофиброзный и печеночный, потому что у него, да, проблемы с этим. ЭПАМ 11, он для комфортного пищеварения, чтобы наладить пищеварительный процесс. То есть это вот просто вот классные такие штуки, они недорогие, кстати, ЭПАМы. Любой стоит всего 240 рублей. А как они выглядят, не показалось. Сейчас покажу. То есть внутри здесь есть инструкция. Вот такой вот маленький флакончик. Вы открываете. Не могу открыть, руки кремом намазаны, и там, ну, сразу видно, носик такой, капаете в ложечку и под язык, не надо капать так, не видя, это неправильно, в ложечку и под язык, все, во время еды, все БАДы, они пьются именно во время еды. Что-то вам хочется хорошенькое показать, вот, по акции, когда заказы делаешь, там всегда вылазят такие предложения. Сделали на 3000, заберите, например, бальзамчик со скидкой. Я взяла с пантенолом, вот такой восстанавливающий гель. Я его хочу подарить Мишиному папе. Потому что вот такой небольшой, потому что у него был ожог кожи серьезный. Даже думали пересадку делать, но ничего. И очень сложно восстанавливается. И я хочу ему дать попробовать, если понравится, классно. Я буду только очень рада. Жалко, раньше не знала про такие продукты. Только вот с ними знакомились, на самом деле. Так, что здесь? Адаптовид. Это комплекс растительных адаптогенов. Это для того, чтобы повысить энергию, тонус, да, чтобы, как говорится, быть такой вовлеченной, концентрация внимания. Здесь растительный комплекс с фитоадаптогенами и рекомендуется в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. Эффективно повышает жизненный тонус, работоспособность, снимает усталость, усиливает активность иммунной системы, сопротивляемость инфекциям, снижает проявление метеочувствительности. То есть если вот я, например, да, когда погода меняется, мне сразу плохо становится. Поэтому я почитала про него, думаю, так, я хочу. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Я уже его даже пробовала. А, и как тебя достать? А, вот отсюда. Вот такой вот маленький малыш. Всегда перед применением все жиденькие пампочки, все надо вот так потрясти. И здесь есть пшикалка. То есть пшикать под язык 5 раз. Пшик-пшик-пшик, и все. Один, надо 5. Так, поехали дальше. Что у меня тут еще? А, вот как раз ЭПАМ 11, это для комфортного пищеварения. Поехали дальше. Сейчас удивитесь, да, я заказала себе антицеллюлитный крем. У меня заказала подруга, еще одна подруга и я. Мы решили попробовать, как будет работать. Отзывы просто вау какие. Давайте я одну открою коробку. Я же даже не открывала. Так. Отзывы такие, что хочется быстрее бежать и мазаться. Но мазаться нужно 2 раза в день. Вау, какой красивый тюбик. 2 раза в день. А, говорят, что он круто прям печет. Что там будете прям бегать, прыгать. Сейчас я
его хотя бы посмотрю. Ой, он тоже запечатанный, здесь все запечатано. И что внутри? Ой, не знаю, как открыть. Вот. Я даже боюсь пробовать, если честно. Капельку прям положу сейчас на руку, а то сейчас как побегу в разные стороны. Вот, говорят, он печет, он очень круто убирает апельсиновую корку, подтягивает кожу. Жиденький прям, так легко-легко наносится, значит, много не надо его. Быстренько нанесли. Главное, что делать нужно два раза в день, потому что... Ай, как пахнет вкусно. Ах, хорошо пахнет, мне нравится. Сейчас посмотрим, будет что-нибудь печь. Можно еще, может быть, усилить, завернуть себя так. Нанести на проблемные участки тела энергичными массажными движениями оказывает сильное разогревающее действие. Рекомендуется два раза в день, 20 дней подряд. А потом делать один раз в день для поддержания эффекта. То есть, девчонки, к лету надо готовиться зимой, как обычно. Так, здесь у меня еще вот такой вот ренессанс. Это истоки чистоты. Но я не знала, что есть вот такие. Я взяла себе зеленые истоки. Но зеленые пьются целый месяц, а здесь у них усиленная формула всего 2 недели. Конечно, если бы я знала раньше, я бы их взяла. Но я все равно заказала, потому что они были по акции. И как я почитала, что их нужно там практически, да, всем пить. И насколько они эффективны, как они классно помогают подготовить организм к принятию витаминов. Потому что, вот, например, когда я работала в Oriflame, нам не говорили ни про какие чистки, пили и пили. А на самом деле эффективность витаминов усиливается и лучше усвояемость, если мы чистим организм. Поэтому я здесь сразу сказала, я сначала сделаю чистку, а потом уже буду пить витамины. Так, что у меня заказали? Шампунь, шалфей и уснея. Это шампунь против перхоти. Тоже у меня клиентка брала раньше шампунь в Oriflame, позвонила, я говорю, я больше не работаю в Oriflame. Я говорю, могу заказать здесь? Она говорит, давай, попробуем. Кстати, шампунь, по-моему, 480 рублей стоит. Такой тяжеленький, 250 миллилитров, но по ощущениям, как будто он тяжелее, я почему-то думала. Вот посмотрим, как у нее сработает. Там такой у него состав, я почитала. Говорю, я прям... сама бы взяла. Надеюсь, он даже поможет мне, чтобы уже потом не пользоваться специальными шампунями. О, кстати, тепло пошло. А вылечить, потому что это же проблема какая-то. И я так почитала, говорю, слушай, может быть, он тебе вообще устранит причины. Да, вот тут написано, устранит причины. Здесь эфирные масла, антисептическое действие, растительный комплекс. Эндемикс тонизирует, придает естественный блеск. Протеины пшеницы, эфирные масла можжевеловых ягод, шалфея лекарственно, туи. Ой, даже некоторые слова первый раз вижу. Так что здесь состав просто бомбический. Я говорю, давай пробуй. Все, теперь так. Вот тот самый Тригель. Это система... идет чистки организма, именно антипаразитарная программа. И к ней нужно подготовиться. И сейчас как раз я делаю второй этап подготовки. Он называется «Истоки чистоты». То есть сначала я пила пик, эпам, чай. А сейчас вот, когда пропью до конца «Истоки чистоты», возьмусь вот за это дело. Смотрите, что здесь внутри. Ложка, банка с каким-то мед, с гвоздичный мед какой-то здесь внутри. Мед натуральный, пюре калины, порошок гвоздики, душистый имбирь, масло бергамота. И знаете, девушка одна написала, я бы ведро такого меда купила. Вот. И, кстати, программы недорогие. Вот, по-моему, вот Тригель, вот эту, да, антипаразитарка, по-моему, 1100 всего стоит. Истоки чистоты тоже так вот в пределах 1000-1200. Тут вот зелененькие и какие-то серенькие таблеточки. Вот, их нужно пить тоже по схеме, то есть все нужно пить по... А, как горит рука, ребята! О, пошел процесс. Тушите меня, тушите. Так, это отставлю в сторону. Интересно вам рассказывать потом, как у меня чистка прошла. Я... Здесь даже есть гель-смазка. Взяла попробовать тоже. Такой бергамот, иланг-иланг, пачули. Это еще Сиель, потому что Сиель присоединилась... компании Siberian Wellness, и сейчас уже полностью, да, продукция будет на сайте Siberian Wellness, тоже очень удобно, потому что там какая-то косметика у них есть и так далее. Так, что еще? Еще мне прислали такой в подарок карандаш.
эко-карандаш. И у него тут вот внизу семена, то есть когда закончится карандашик, то семена, то его нужно будет посадить в землю и полить. И будет расти какое-то растение. Твой маленький эко-проект. Представляете, как это мило, вот такой карандашик. Так, еще мне прислали бальзам для тела с хондроитином, органической серой, камфорой и комплексом растительных экстрактов. То есть это для суставов. У кого проблемы с суставами, то, конечно, вот эти все хондроитин, сера, камфора, да, вам знакомы эти все названия. Слушайте, вот тут потрогала, печет, мамочки, руку печет, не могу. Что из себя представляет бальзам? Они такие, знаете, цветом, ну, понятно, что это натуральные, какие-то такие коричневатые бальзамчики, очень хорошо впитываются, некоторые прям охлаждающий эффект такой оказывают, некоторые наоборот согревающий, то есть смотря что для чего. Я вот не вижу один продукт, я просто им уже пользовалась, может, я его забыла в коробочку положить. А вот он, самый легендарный. Ой, аромат пошел. Ой, как вкусно пахнет. Знаете, на что похоже? Немножко на звездочку. Вот кто натирался звездочкой, тот поймет меня, да, такой запах приятный. Вот этот продукт в каждый дом обязательно. Я вам сейчас расскажу, а только одно, ну, два для чего нужно. Если вы заболеваете или заболели, то прям натираться полностью, ноги, руки, грудь, спину, то есть все натирать постоянно. Очень хорошо все болевые синдромы снимает. Там и полоскать, и в носик ту рундочки скатывать из ватные, пропитывать и в носик класть, в уши, если уши стреляет, тоже ватку пропитывать, скручивать и в ушки вставлять. Там вот такой список, вот такой километровый, что может делать этот корень. Всегда бултыхать нужно. Тоже выглядит таким же вот коричневым, как я перед этим. Видите, вот капелька прям похоже пахнет. Вот таежный лес и все такое прочее. Что со мной случилось? У меня заболел зуб. Зуб под коронкой. Вот эта вся часть ноет. Я первую ночь вставала от этой ужасной боли, а у меня паника, что мне нужно будет пойти к врачу, что мне будут выдирать эту коронку, там три получается зуба. Ой, и у меня вот эта паника. А я делала снимок, у меня там маленькая киста, и мне врач говорит: ничего страшного, но если уж она у тебя там обострится, ты простынешь или переохладишься, ну придешь, я тебя буду снимать, будем лечить, удалять. Я в ужасе вот от этой мысли. Тут я встаю ночью, нахожу нурофен, пью, потому что я не могу спать. Мне больно, мне плохо, мне страшно. Потом днем у меня болит, продолжает ныть. И я начинаю искать в чате, где отзывы, зубная боль, вожу. И там написано, значит, смочите ваточку, приложите на десну. Или если у вас дырка, дупло, то прям туда запихните ваточку, смоченную корнем. Я думаю, так, дай попробую. Взяла ватный диск, оторвала половинку, пропитала, так свернула и положила прям внутри, вот так губу оттянула и вот сюда на десну положила, прижала и легла. Часик, наверное, полежала, встаю. Я такая: а что это у меня вынимаю? Я забыла про зубную боль. Потом опять началось. Я опять взяла, сделала. Много времени прошло. Сделала вчера днем и больше не болит. Все, то есть уже больше суток прошло, я даже не вспоминаю про зубную боль. То есть крутой продукт, всего стоит, по-моему, 420 рублей, большая бутылочка, здесь 250 миллилитров, хватает надолго. Родителям одну бутылочку отвезла, там есть зелененький и коричневый, но вот коричневый он с камфором, с камфорой вот отличается от зелененького. Я подумала, не знаю, хочу коричневый. Да. Так, еще я заказала, так как я любитель всяких таких штучек, это пена для ванны, но она шла по акции, то есть прям вышла, я не знаю, рублей 150, может быть, всего, то есть здесь все закрыто. Мне просто захотелось попробовать продукцию другой компании. Столько лет в Oriflame, да, ничего другого не пробовала, мне стало интересно, а какой тут продукт, а как он будет работать. Так, это открывашка, как ей пользоваться? Ну, давайте я открою, понюхаю хотя бы, даже не пробовала. Называется ароматное шампанское, представляете? Пахнет вкусно. Такой внутри как желтенький, такой золотистый цвет. Попробую, я буду использовать просто как гель для душа, попробую помыться, какой будет
Классно, с дозатором, такой флакончик хорошенький. Конечно, я потом флакон не буду выкидывать. Буду им дальше пользоваться. Так, одна коробка пустая. Что у меня еще здесь? Вот, давайте вкусненькое сейчас попробуем. Я заказала... Так, про это я вам не рассказала еще. Я заказала два вида мармелада. Я до этого взяла с биотином для волос, персика, манго. Очень вкусный мармелад. А сейчас я взяла... Всегда красивых, а когда красивых тянет на сладкое. Здесь 320 миллиграмм коллагена в 4 мармеладках. Коллаген. Вкус облепиха и пряная корица. То есть нужно в одной взрослом нужно съедать 4 мармеладки в день. Одна мармеладка 10 килокалорий. Давайте попробуем. Я так люблю вкусненькое. Кстати, ту пачку мы прям слопали с дочкой на ура. Какая красота! То есть внутри лежат мармеладки. Мы достаем. Ой, она в виде яблочка такая, долька. Как вот половинка яблочка, разрезанная напополам. Такая прелесть. Пахнет вкусно. Знаете? Сейчас скажу. Детям продают вот таких вот червячков мармеладных. Я забыла, как называется. Они так туго жуются, немножко резиновые. Очень вкусно. А персик и манго, он был прям мягенький. Прям мягенький. У него какая-то вот такая масса была. Прям вот можно было вот так его размять. А это прям обалденно вкусно. Ой, ребята... Я пошла. Во рту как все хорошо. Корица, вот. Мамочки, как я полюбила эти мармеладки. У меня, знаете, такой опыт был нехороший. Дайте прожую, не могу даже говорить. Так, Миша, вырежешь эту часть. Слушайте, этим надо просто вот реально наслаждаться. Это так вкусно. У меня был опыт, когда я сделала заказ в Siberian Wellness, чтобы попробовать какие-то продукты. Я тогда не была еще как бы, да, консультантом. Я взяла мармелад с черникой для глаз. И он мне не понравился. Я говорю, фу, какая гадость. А вот это, наверное, будет гадость. Это с прополисом мармелад. Я решила его попробовать. Знаете почему? Так, по 3 мармеладки в день взрослым. Тех 4 и этих 3. Буду вся в мармеладе. Так, давайте посмотрим. Ну, это для десен, для зубов, я читала, от вредных бактерий, снимает воспаление. То есть это как вот эта паста, вот шикарная, да, которая помогает вот флору вот эту поддерживать. А еще и мармеладки. Ну что, мы будем пробовать? Какое наслаждение. Да, они тоже выглядят так же. Тоже как яблочки, половинка яблочка. Ну, кстати, пахнет вкусно. Такая полупрозрачная масса. Сейчас кусочек маленький откушу. Верните мне те мармеладки. Прошу обратно. Слушайте, а ничего. Я почему-то думала с прополисом. Фу. Короче, надо его подольше рассасывать, не жевать и быстро глотать, а чтобы он подольше во рту побыл. Знаете, вот 50 на 50. Могу сказать, что с одной стороны вроде бы и вкусно, с другой стороны, ну прополис, сами понимаете, вот подержите во рту прополис, это, ну, это же не вкусно, а полезно. Да, и во рту остался вот этот прополисный вкус. Ну, буду есть все равно, зато мы их, наверное, долго будем жевать, не знаю сколько. Так, это я вам показала, а еще у меня есть, вот это уже повторный заказ, и теперь это заказывают клиенты. Пульсбокс.
Это для тех, у кого давление прыгает туда-сюда, сердце барахлит, вредный холестерин. Я почитала, думаю, о, это нужно моей маме. Я заказываю, отвожу маме, она начинает пить. На четвертый день она мне звонит и говорит, а у меня тут соседка пришла, на трубку поговори с ней, она хочет пульсбокс. Знакомимся, разговариваем, Галя, значит, заказывает пульсбокс маме. Я потом маме говорю, мама, а что, как, почему? Она говорит, у меня давление в норме, Лиль. Она пьет такие таблетки ужасные, там, с побочными эффектами всякими, да, уже много лет. Постоянно на учете стоит у кардиолога, и по давлению ходит все время, проверяется, ведет дневник давления, то есть у нее все страшно. 270 на 140, то есть легко. Тут она начинает пить пульсбокс и говорит, Лиль, классно. Вчера опять спрашиваю, мам, ты как? Она говорит, хорошо. Я говорю, будешь дальше пить? Она говорит, буду. Вот, то есть заказала ее соседка. Тут всего вот в день надо выпить вот этот пакетик во время еды. Все, тут омега, да, какая-то черненькая капсулка и травки. Ну, состав тоже почитаете. 30 штук, то есть на месяц, и стоит, по-моему, 1200 рублей. Ну, может быть, там с копеечками чуть-чуть. Вы можете себе представить, какое счастье? Просто. И заказала еще подруга маме. То есть вот и маме уже едет еще одна посылка, там для мамы очередную вчера заказала. Так, это я вам показала. Что я еще взяла? Обязательно, ребят, вот всем новамин. Новамин. Если вы хотите, да, получать хорошую антиоксидантную защиту своего организма, чтобы, как говорится, да, там, онкологии избежать и других прочих заболеваний, или если вы заболеваете, нужно дать поддержку организму для иммунитета, то есть новамин в каждый день по одной капсулке. Вот маленьким детям только во время болезни, для детей есть свои иммунные всякие штуки. Кстати, во рту так хорошо, прям прополис сразу, как после чистки зубов, хотя я прям маленький кусочек съела, а ощущения такие приятные во рту. Классно. Итак, вот новамин нужен всем. 800 рублей всего. Банка 120 капсул. То есть вы на всю семью возьмете. Если в семье 4 человека, то это на месяц. Если 2, то это на 2 месяца. Всего 800 рублей. Представьте, как это выгодно и классно. Так, еще у меня здесь есть невероятный продукт. Натуральный витамин Е. Я, кстати, про него не знала. Но тут мне рассказала мой партнер. Говорит, ты не взяла, ты сумасшедший, он по акции, он так стоит 1200, а по акции 400 рублей там с чем-то. И вот этот витамин Е, по-моему, одну или две капельки в день нужно обязательно. Вот так вот. Вот так. Так же выглядит и иммунобустер, то, что я не смогла показать. То есть мы открываем, здесь пипеточка, капельку капнули, да, и, или две, надо почитать точно. Не духи. И сейчас как раз духи. Вот тут я, ребят, была в шоке. Просто в шоке. Я получила в подарок два дорогущих аромата. Вот этот стоит, по-моему, 3300, а этот не помню, сколько стоит. Я его даже еще не открыла. Но этот открыла, не поленилась, потому что он был без слюды. Я тут вскрыла и побрызгала. Это тайга. И вот этот аромат я получила в подарок за то, что... пригласила бизнес-партнеров, и мы вместе сделали 1000 баллов всего-навсего. Надо было сделать, то есть задание такое было, и выбираешь себе аромат. Слушайте, я даже не знала про эту акцию, я открываю личный кабинет, у меня там подарок висит. Я всех обзвонила, говорю, это что за что? На горячей линии мне сказали, да, это вам подарок. Флаконы, конечно, никаких изысков, никаких там цветочков, мотылечков. Деревянная крышечка, очень стильная, со снежинкой. Это логотип компании. Какой аромат таежный. Он как бы унисекс, но не каждая девушка таким ароматом будет брызгаться. Все-таки я бы сказала, что он больше мужской. Аромат стойкий, аромат такой вот обволакивающий. Ароматы селективные. То есть это, да, нишевые ароматы. То есть это... вау, просто вот богатство. Даже такую коробочку даже выкидывать невозможно. А второй аромат, мы сейчас с вами вместе его откроем. Я ходила в ЦОК. ЦОК — это центр обслуживания клиентов. И все, что можно было там попробовать, я все перепробовала. И, конечно же, я попробовала ароматы. И знаете, некоторые из них мне прям запали в душу. И там можно было выбирать из 6 любой. И я вот выбрала... ой, какая коробочка. Я вот выбрала Sextum 6, потому что тут цитрусовые
ноты. Как его открыть-то? Слушайте, так все запечатано. А рвать так неохота. Сейчас ножнички возьму. Подождите, подождите. Я воспользуюсь ножничками. Я вот тут вот надрезик сделала. Так. Вот. И сейчас мы посмотрим, что здесь внутри. Та-дам! Вау! Тяну за... Смотрите! Это надо же такое придумать. То есть я потянула за хвостик, а здесь еще что-то лежит. Какая-то ленточка. Слушайте, здесь прям целый трон под аромат. Как такое может быть? Какая-то ленточка. Зачем она? Сексту? Я не знаю, надо будет спросить. И точно такой же флакон. Смотрите, а упакованы по-разному. Та же снежинка и деревяшечка. Я сегодня специально духами не пользовалась, чтобы попробовать вот этот аромат. Конечно, в офисе я его попробовала, сразу такая, вау, прям мое. Я люблю цитрусовые нотки. Вот этот аромат, да. Вот этот будет Mission, а вот этот мой. И мне еще сказали, что все, кто пользуется этим ароматом, очень быстро растут по карьерной лестнице, потому что это динамика, это сила, это уверенность, это позитив. Супер! Вот я в восторге. Все, ребят, теперь я вам, наверное, все показала. Тут еще, правда, пакетики взяла, чтобы клиентам отдать заказы. Ого, какие большие пакеты! Надо же! Тут целые пакетища. Этот пакет произведен и переработан из пластика и на 100% подлежит переработке. Прекрасно. Буду с ним ходить. Вот такой огромный обзор. Конечно, я еще плоховато знаю продукцию, только с ней знакомлюсь, пробую. Составы, конечно, чтобы изучить это вообще надо очень много, наверное, времени. Но я надеюсь, вам все равно этот обзор было приятно, может быть, смотреть. Полезно, вот, полезно посмотреть. Пишите свои комментарии, отзывы, если вы пользовались продукцией, уже что-то знаете, делитесь впечатлениями тоже в комментариях, полезностью своей, да, вот рекомендациями, как вам помог какой-то продукт. Я вам буду очень благодарна. И всем вам желаю крепкого сибирского здоровья, штукатырского такого. До новых встреч, пока-пока. Вау! Классный. Вот этот прям мой аромат.